Если в городе ведется строительство, то это значит, что он растет и развивается. Именно так можно сказать о Мытищах. Сегодня на территории муниципалитета реализуют свои проекты 10 крупнейших строительных компаний. Они возводят школы, детские сады, поликлиники, парки и новые микрорайоны. В этом году по инвестиционному контракту будут достроены 8 образовательных учреждений, а 3 откроют свои двери уже 1 сентября. Всего же в новых школах и детских садах появится 3700 мест. На достигнутом Мытищи не останавливаются. Мытищи всегда является лидером и передовиком по инвестициям, которые мы получаем и в наш бюджет, и в бюджет Московской области. Так вот, нужно сказать, что 65-70% в год этих инвестиций – это от строительных компаний и от реализации строительных проектов. Поэтому, конечно, без строительства наш городской округ существовать не может. Глава округа поздравила с профессиональным праздником всех сотрудников строительной отрасли. Юлия Купецкая пожелала благосостояния, крепкого здоровья и хорошего настроения. К поздравлениям присоединился председатель Совета депутатов Андрей Гореликов. Строитель – это жизнь. Вот куда приходит стройка, приходит развитие, там все время появляется жизнь. Но в этой жизни, которая формируется в самых тяжелых ситуациях, живет строитель. Мы каждый день соприкасаемся с результатами вашего труда. Заходя к себе в квартиру, приводя детей в детский сад, встречая их из школы, и так всю жизнь. А как все это достается, знаете только вы. Лучшим специалистам вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Среди них монтажники, инженеры, электросварщики, геодезисты и руководители различных подразделений. Занимаемся геодезией. Без геодезии стройки не может быть, потому что все строится в определенных координатах, границах и высотах. Наша компания занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости. В этом году закончили строительство школы номер 3 на 1200 мест. В проектах у нас еще реконструкция старых жилищ домов сносим. Будет застройка на их месте новых. Сегодня каждый, кто работает в сфере строительства, вносит огромный вклад в развитие нашего округа. И всех их объединяет одна цель – сделать Мытищи еще красивее, современнее и комфортнее. Екатерина Шарыпова, Максим Силаев, Первый Мытищинский.